завершено передноворічний домашній тур. Одна перемога, одна поразка, дуже важкий суперник, дуже наполеглива була боротьба. Скажи, будь ласка, що тобі сподобалось у грі нашої команди? В чому хотілося б додати у наступних іграх? І що все ж таки вдалося, на твій погляд? Получается, тяжелые были игры, да, надо больше в защите работать. В первой игре все получилось в защите, за счет этого выиграли где-то. Но во второй игре уже довольно не хватало сил, так как первую отборолись. Вторая игра довольно, да, тяжелая защита. Нападение надо протянуть чуть-чуть. Да так, в принципе, все хорошо. Все, что надо, сработало, но просто не забили свои броски. И надо больше защищаться. Командные и так далее, прессинг и так далее. Бажаємо успіху. Спасибо большое. И вболіваємо за Хімік.